Вітаю вас, це позаучі невідомі факти життя найвідоміших людей світу. Дивіться нас, якщо вам цікаво, хто з відомих і знаменитих ризикне прийти на телебачення, аби публічно почути правду, яку про них кажуть лише позаучі. Наш гість сьогодні – актриса і телеведуча Даша Малахова. Вітаю вас, Даша. Привіт. Чого більше, актриси чи телеведучі в Даші Малахової? Ой, ти знаєш, я не знаю. У меня как-то так складывалась жизнь, что я вообще не отношусь к своей профессии как к профессии профессии. Это как бы жизнь. Ну, ты же знаешь, что я родилась в театре, и как-то с детства у меня это было. Ну, когда ты говоришь, что родилась в театре, ты имеешь в виду, что твоя мама актриса, отец режиссер. Да, совершенно верно. Не в буквальном смысле, да? Но актеры – это люди, которые редко приживаются на телевидении, потому что вот эта страсть играть, она мешает. Телевидение все-таки обнажает человека, да, и ты всегда должен быть таким, каким ты есть на самом деле, потому что фальшь иначе заметят. Поэтому так мало актеров среди телеведущих. Это противоположные вещи, конечно же, театр и кино, и телевидение. Но, знаешь, я думаю, что и театр тоже не переносят фальши. Угу. Очень мало людей знают, что я играю в театре. Еще меньше знают, что я уже 21 год работаю в театре на Подоле. И что у меня актерское образование очень мало. А телевидение однажды тебе показали, и все? Конечно. Ну, тоже не однажды, потому что сколько я в эфире? 4 года, по-моему. И сейчас я уже чувствую вот так полноценно, что там, ой, можно, можно с вами сфотографироваться. Ну, вообще... Но быть ведущей на телевидении одно дело, а быть ведущей кулинарной программы, кулинарных проектов, это совсем другое. Потому что на вкус и цвет, как ты знаешь, товарищей нет. И поэтому ты один из самых наиболее упоминаемых персонажей. В разного рода чатах, которых критикуют, потому что, да, ты же не можешь готовить так, чтобы нравилось всем. Когда ты читаешь о себе критические заметки, замечания, как ты реагируешь? Раньше я плакала. Так. Раньше я очень расстраивалась, потом я перестала читать. Ну, во-первых, я думаю, что я действительно очень специфическая. У меня очень специфический голос. Мне кажется, у меня очень странная внешность. И мне кажется, что я, наверное, даже как бы... Ну, не то, что недостойна, но как бы... Это не самый явный выбор, чтобы я была телеведущей, знаешь. Но когда я приходила, я все время думала о том же, о том, что ну, люди же разные. И есть такие люди, как я. И, может быть, кто-то во мне узнает себя. И поэтому я как бы не являюсь таким стандартом телевизионным. Знаешь, вот красивая девушка с правильной речью, которая умеет формулировать хорошо свои мысли. Я очень люблю то, что я делаю. В принципе, я ведь не совсем телеведущая, я же кулинар. Я просто очень люблю то, что я делаю. Ну, очень многие люди, которые всячески хотят попасть в этот маленький экран, они всячески работают над собой, они какие-то культивируют, развивают в себе таланты и способности, избавляются от там, неумения выговорить букву «Р». Вот ты что-то пыталась в себе изменить для того, чтобы укрепиться на телевидении? Я, безусловно, себя усовершенствую каждый день, я коллекционирую кулинарные книги, я каждую секунду думаю о новых рецептах, я все время думаю о новых продуктах, и это то, чем я живу, и мне кажется, таким образом я, может быть, усовершенствуюсь. Но, в принципе, я это делаю не ради этого, а просто потому, что я это очень люблю. Хорошо ты училась в школе? Гуманитарные предметы хорошо, а алгебру, ну, математику я до сих пор не знаю. Как ты подсчитываешь нужное количество пропорций в своих рецептах? Не знаю, я как бы живу этим. Нет, ну до килограмма я могу добраться. Так. Ну а дальше я уже давно не готовлю для большого количества людей, так что килограмма хватает. Ну, мы нашли людей, которые вспоминают твое недавнее школьное прошлое. Давай мы посмотрим первую историю Даши Малаховой, с чего все начиналось. Была совершенно маленькая, я вышла из учительской, и их стайкой по большим мраморным ступеням сводила учительница вниз. Я увидела совершенно необыкновенное существо. Я такого красивого ребенка видела первый раз. Я выходила на переменах и специально смотрела на этого ребенка. А потом сказала, вот когда они будут постарше, этот класс возьму. Очень способный, очень талантливый ребенок, и которому очень нужен был английский. Она же там еще, будучи не знаю в каком классе, ездила
уже выступала с папиным театром где-то в Лондоне, как будто там получила премию за лучшее исполнение роли. Она приезжает из какого-то с родителями турне, привозит типа там какие-то ботинки на пружинах. Вот мы там какой-то там устраиваем урок нестандартный. Телемосты были в моде, вот что-то такое с переодеваниями, с какими-то костюмами. Ну, вот это Даша Малахова. Фотографии с выпускного нашего, я думаю, что Даша будет очень интересно посмотреть. Наш класс выпускной. Вот Даша в центре, в декольте. Это вот в Ялте мы были. Вот это замечательное существо в очках такое вдали. Вот эпицентр действия – это Даша Малахова. Вот, то есть оно приблизительно так и было. То есть либо Даша что-то затеивала, и мы были в сторонке и хотели как-то проучаствовать, либо вот у нас какая-то движуха происходит, какая-то история. И Даша так плавает среди таких замечательных тетей, думает, ну как же я не с ребятами? Это в районе, наверное, 10, может быть, 11 лет. С этой фотографией связана история. Это первая фотография, которую мне подарила Даша. Я помню, я ее долго хранил. Во втором классе Даша была очень милой, такой симпатичной, красивой девочкой, которая точно выделялась на фоне всех остальных одноклассниц. И поэтому как-то получилось так, что я в нее сразу влюбился. Классы средние, постарше, вот уже там были какие-то рукопожатия, там, дотрагивание рук. В принципе, отношения были странные. То есть она мне нравилась, я явно искал с ней каких-то встреч и отношений. Я помню точно, что мы переписывались какими-то записками, что я ходил там мерз под ее домом или там возле каких-то телефонных автоматов, решая, звонить или не звонить. Благодаря ей пережил много приятных моментов. Как она меня взяла за руку там первый раз, как я ее поцеловал вот в руку там и так дальше. То есть, что я переживал в этот момент, конечно, это все было очень смешно. Но с Дашей есть смешная записка. Если с моей стороны все было понятно, то есть я Дашу люблю, она мне нравится, я там, ну, может быть, там ребятам не показывал, но она, я думаю, об этом хорошо знала, то Даша, мне кажется, что она больше мне морочила голову. Хотя помню, что у Косовой на дне рождения мы целовались. Записка смешная, где она говорит о том, что «Пела, я тебя очень сильно люблю, уважаю, хочу стать твоим лучшим другом и думаю, что когда мы станем совсем взрослыми, все придет». Ну вот, Даша, мы стали взрослыми, и все придет, и вот где то, что должно прийти, о чем разговор? Перцы! Перцы! Мы крутые перцы! Даша. И друзей настоящих. Дружим мы до сих пор крепко, и уже непонятно, любовь это или дружба. О, Димон, давай подурачимся тут сзади. Даша была крайне вредная, то есть ей иногда хотелось просто вмазать вот со всей дури. Там были у нас и драки какие-то, и я помню, что там какими-то пирожными мы ее измазали. Там она там всем купила в классе пирожное, чтобы все дружили против нас. Там сидела, ела лимонные пирожные. Сейчас помню, мы там со Стасиком сзади подкрались, ее там испачкали пирожным. Вот, в частности, записка, где, судя по контексту, мы Дашу довели до состояния, когда она, упершись головой в руки, рыдала и делала всем видом, что показывала всем видом, что она сильно страдает, но нас это совершенно никак не трогало. Мы, наоборот, больше шутили и издевались, и там смеялись над ней, да, поэтому тут вот есть смешные рисунки, что бы мы могли сделать с Дашей, вот как она плачет. Она очень все драматизировала, то есть любые проявления каких-то эмоций, они всегда были сверх нормы, поэтому если Даша хотела показать, что она в горе или в печали, то минимум весь класс, а максимум вся школа должна была знать, что Даша страдает, она это делала очень демонстративно, вот, и очень эффектно. Ты можешь молчать, это же моя программа, что ты... Даша, ну я же не зря пришел, ну... Всегда казалось, что актриса – это не ее призвание, вот внутренне, да, почему-то. Может быть, потому что на фоне мамы, то есть мама была совершенно...